Фрэнклин, мать твою, чё как? Рынок полумёртвый, приятель, ликвидность на нуле. Жми сюда за новым списком, двигай свою задницу, есть разговор. Ладно, заеду, как смогу. Итак, добрый вечер, дорогие друзья, подписчики, зрители канала. Короче, реши... Ох ты! Ну-ка, подожди, братушка мне. Дай-ка... Чё ты там хрюкнул, блядь? О, тихо, давай перетрём. На, блядь. Держал. Машинку-то... Ты видел, да? Он еще и огрызается. Короче, это моя любимая игра, ребят. Давайте отъедем немного. А как дверь закрыть? Да ты дверь-то закрой, мать твою. А, вот он автоматически. Давайте по-быстрому. Короче, я тут побегал отдельно. Блин. А, вон, закрывает. Отъедем, отвалим отсюда. Я вам обрисую ситуацию, так сказать. Я тут, короче, такого шороху... Блядь. Такого шо... А вы видели, да? Он огрызнулся, сволочь такая. Я его из машины когда выкидывал. Такого шороху наделал по городу. Нарастил мотоцикл, покатался немного. Так поднял весь патруль, так сказать, этого городка. Все внешние структуры, внутренние, я имею в виду органы, тут за мной гонялись. Оторвался, видите, я почему в центре города. То есть в прошлой серии мы закончили с вами где? Блядь. Ладно, короче, убьем эту машину. Закончили где с вами? В этом, да? Потом я отдельно побегал тут и, как говорится, развлекся. По ночному Лос-Анджелесу, Лос-Сантосу поездим. Смысл такой. Будем двигать однозначно, будем двигать сюжетку. Это просто такая красота. В онлайне что творится, ребят, там какие-то нововведения. Не просто там какой-то бегаешь шутер, да, стрелялка очередная, зашел пошмалять там с друзьями. А там реально, допустим, какие-то, если кооперативные задания, надо достичь определенного уровня. В том же, допустим, задание ограбления. Необходимо получить 12 уровень, купить себе приличную машину, тачку, ой, то есть квартиру там в элитном районе. Только потом тебе как некий чувак позвонит, то есть войти в элит-круг. И получать от него задания кооперативные. Офигенно просто. Влюбился я в эту. Так, ну-ка давай-ка сюда вот отъедем. И нам позвонил некий чувак. Типа, подтягивайся, я дам тебе задание. Дам тебе задание, работу, да. Короче, будем двигать сюжетную помимо онлайна. Вот это первая серия по сюжетной кампании. Там он еще впереди. Смотрите, мы куда-то заехали в элитный район. Тут тоже домики у них. Давайте вон возьмем. Смотри. На чем он здесь? О, мотоцикл. Так, стоп. Дай-ка я мотоцикл возьму. Представьте, чувак по району в реальности двигается, да, и... О, мотоцикл, о, машина, блин. Подожди, во-во-во. Ну, хотя у нас не хуже тачка. Здорово, бабуся. What the hell, motherfucker, блин. What the fuck, вон на мотоцикле дядька, блин. Подожди. Блин, а от первого лица как классно играть. Поехали, мать твою, блядь. Короче, надо заниматься делами, а я ерундой страдаю. Вон он, едем. Сейчас я его догоню, подождите, братва. Вон, он на мотоцикле, он. Я его сейчас, блядь, уработаю, тихо. Стоять, падла. Держал, гидра. Так, уехал, да? Вон он. Тихо. Я его сбил, да? Не, нифига, он отвалил. Короче, сейчас опять шороху на... Посмотрите, во что я машину превратил. Просто отличная игра. Все вот эти вот столкновения, да? Как бы... А, вон он. Блять, как он так резко... ладно, ничего страшного, даже если покатаемся немного. Ну, давай ты... А, все, да? Да, а это что за девочка стоит? Ну-ка, дай-ка пообщаемся. Шлюки, ребята! Я как этот, как в детстве, ну, да? Выпустили ребенка на поляну. Шлюхи, блин. Ну, что там это? Как дела, мне? Она не хочет... Ой-ой-ой, извини. Я ей, короче, уработал ей. Задвинул, да? Они испугались все. Что так? А, видишь, не хочет со мной общаться. Там вон люди сидят, да, или что-то. В общем и целом, ладно, понятно, там потом это доступно будет общение с, ну, то есть вы поняли, да, с девушками легкого пола. Тут вот люди стоят, тусуются.
Ну ты чё, бабусь? Ой-ой-ой-ой, я не хотел, ребят, я не хотел. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Братан, я не хотел. Ах ты, блядь. Ах ты, падла, ну давай переговорим тогда, чё? Я ж тебе сказал. Блядь, да он мне сейчас уработает. Блядь, от первого лица неудобно биться. Так, надо... На, гидра, по яйцам тебе. Держа, а то уклонился, смотри, боксер какой-то. Уклонился, мать твою. Держал. И еще один тебе подарочек. Так, секунду, одного положил. Бродяга, ну-ка. Get the fuck around. Отваливаем, менты едут. Все, менты, отходим. Отходим, отваливаем отсюда. Поняли, да? Здесь чудить можно. Все, что хочешь, блин. Плюс заданий немерено различных. Короче, ребят, мы делаем вот что. Сейчас от ментов уйдем. От ментов уйдем и будем выполнять задание. Так сказать, или за мной никто не двигается. Как не двигается? Впереди. Я радар отключил, братва. Я отключил радар, короче. Отключил нафиг этот радар. Тихо, тихо. Ты давай, давай, аккуратнее двигайся. Поднаучился, как вы можете заметить, ездить более или менее. Ну, то есть тут. От первого лица вообще лихо смотрится. Ну, в смысле так, что более-менее. Блин, город огромнейший, просто неимоверных размеров. Я не представляю, сколько мы будем ориентироваться, как бы с вами это все изучать. Видите, я радар отключил, конечно, наверное, рано я это сделал. Ну, поняли, да, чтобы ориентироваться, куда ехать, потому что город просто огромнейший, блин. Я потом карту включу, вам продемонстрирую. Ну все, полиция вроде отстала, да, там. Да, давайте вот сюда вот заедем куда-нибудь. Тихо-тихо-тихо. Вот, припаркуемся. И посмотрим на карте, куда мне надо ехать. Вот. Короче говоря, начинаем двигать сюжетку. Помимо сюжетки, потом будем двигаться в онлайне. В онлайне там вообще столько нюансов для этого. Ну, нюанс один. Повеселись, так сказать, оторвись. Это понятно всем. Но я имею в виду, дабы получить какие-либо задания. Там достаточно много. И дом надо купить, я вам уже говорил, и так далее. Но это мы будем чуть позже. Сейчас же беремся за сюжетку. Так, открываем, значит, карту, да. И нам позвонил с вами. Вот он, S обозначен. Так, подожди, как ее? Так, это маленькая часть города только. Видите, вот это вот открыто. Карта на весь экран. Просто огромнейшая. Это то, что мы только открыли, я так понял. На этой карте. Так. Так, подожди, как мне... Вот убежище, то есть эти значки нам показывают, что, ну, какой значок за что отвечает. Да? Тут фуникулер, кинотеатры, парикмахерские, все, что как в реальном городе. Также в теннис можно поехать с утра. Встал, зарядочку сделал, йогой позанимался, в бассейн нырнул. Прям реально, я просто почему так акцентирую подробно, вы все это знаете. Но я для тех, кто первый раз смотрит. Нырнул там раз, поехал в гольф с приятелем, также он с Андреевичем. Поехали в гольф, сыграли партию, да. Или же там в теннис, мне против друг друга. Или же там, поняли, да, как интересно можно. Там яхту заказал, покатался на катере. Все нюансы учтены. Не тупо там, еще раз говорю, машины взял там, как стрелялка ездишь. Все нюансы этого города, все развлечения включены. Там в кинотеатр, в театр, в камеди сходил, повеселился. Вон амуниция. Ну, амуниция нам рано, наверное, еще. Стволы покупать. Колонка заправляться. Видите, вот эти все обозначения. Все как в реальном мире. Так, а нам нужно вот к этому чуваку. Ставим метку. А, ну то... Вот, я метку поставил, но у меня GPS. Давайте тогда пока, ребят, карту я не изучил. Город наиогромнейший. Просто огромнейший город. Это только часть карты мы раскрыли. Поэтому включаем GPS. Так, отметку я поставил, а GPS у нас с вами, ребята, где-то в настройках, по-моему, включается. Да, GPS у нас включается вот. Видео. Да, радар я выключил. Ага, включить. Я еще тут не настраивал, там, допустим, сложность и все остальное. Ну, сложность тут автоматикой выставляется, я так понял. То есть он, ну, как бы, под реальность. Вот то, о чем я вам говорил в прошлой серии. После того, когда сделал, ну, часто уже предзаказ прошел, но вот я когда предзаказ сделал к игре, мне полтора там лимона или лям 200 положили на карман. И вот, посмотрите, у меня уже 500 тысяч, там, 328 тубриков, блин. Ну, короче говоря, зеленых, блин. То есть мы уже сейчас можем отовариться более или менее. Это потому что я предзаказал игру. Плюс в онлайне там еще лям у меня лежит, чтобы квартиру приобрести. Ну там и так далее.
чтоб не в сарае жить, где мы с вами находим. Ну, то есть сейчас пока что. Там со своей теткой или там с сестрой, я имею в виду этот нигерок. Ну, пока играем за нигерка, потом видно будет. Так, отлично, все. Метку поставили. GPS. А, GPS я не включил. Включаем GPS и двигаемся. Двигаемся. Я, то есть, сам только учусь тут, конечно, ребят, подзапустил. Ну, в принципе, уже быстро, тут несложно научиться, вы видели, да? Повеселились мы в начале серии. Все, вот видите, да, включил GPS-ик так, что... А, насчет графики, смотрите, тут такой нюанс. Даже и слабые компьютера потянут. Они поднастроили так, вы же помните, да, сравнение. Я отмечал видео, там чувак сравнивает графику. Можно настроить настолько, ну, так, что она была, так сказать, соотношение по PlayStation 3. То есть, графику настроить, если у вас слабый там это. Допустим, вот это травы не будет, можно настроить, соответственно, меньше на FPS влияет. Видите, тут трава, просто будет голая земля. Ну, я там на высоко поставил графон, насколько у меня тянет, так, чтобы играбельно. Еще же запись забирает, поняли, да? Можно было бы на очень прям высокий, но это будет чересчур для моего. А вы там настраиваете, конечно, как хотите. Вот эту траву также можно убирать, там, маневрируйте. В общем и целом, все это в настройках они сделали допустимо. Даже на более средних компьютерах можно будет, так сказать, играбельно. Ладно, все, отвлеклись немного. Сейчас же мы прыгаем в тачку и двигаемся к этому, да, чуваку, который нам шуманул по телефону. Типа, Трофим, подтягивайся, есть там дело. Есть там дельце какое-то там. Сейчас мы быстро. Да, конечно, с GPS удобнее, блин, видно, куда едешь. Но я потом город изучу, конечно, отключим его. Я не люблю с этими всякими фичами дополнительными играть. Так, чтобы под реализм вообще красота была. Тут жизнь кипит своя, не просто тупо мертвые машины ездят. Люди ходят, общаются, там кто-то скорую вызвал. Они так интерактивный город настолько сделали, у них это получилось реализовать. Действительно, ощущение такое, что находишься в реально живом городе. Ну, кто играл, тот знает, тот согласится с этим. Поэтому всем советую, не ждите там, дешевле будет, не дешевле, есть возможность, берите. Игра 100 баллов, вы посмотрите балл, там тот же Metagames рейтинг. Балл-то у нее под сотку, 90, игра там 100% хит. Так что там не жалейте копейку там, забудьте про пиратку, там лучше вложиться и купить уже лицензию иметь, тем более такой игры. Если бы там игра ни о чем была, можно было бы там и репачок, и все что угодно качнуть, поиграть. Но тут ради, ну, то есть игра соответствует и цене, и вообще, ну, то есть, я не пожалел, что там потратил копейку, поняли, да? Так, ладно, все, отлично, двигаемся к этому чуваку. Вот мы уже приехали, вон оружейная, кстати, сейчас нас, наверное, будут учить с вами... втаривать тачки, да? Ой, тачки, говорю, оружие. А, так, стоп, проехал. Уже под утро, да? Я всю ночь гонял, я же вам говорю. У чувака отобрал мотоцикл. Ну, вообще, конечно, будем более или менее законопослушно себя вести. Это я немного так повеселился, вы не думайте. Ну, то есть, поняли, да? Немного повеселился, конечно, а на самом деле... Так, подожди, где он? Вот он. Обозначение, наверное, где-то рядом. Машину, если что, поменяем потом. А то я какую-то там взял, блин. Надо было в гараж заезжать, господи. Надо было в гараж заехать. Я что-то припарковался не там. То есть, все вот эти вот закоулки, переулки, блин. Там вот в какой-нибудь закоулок, знаете, тут вообще случайных событий много. Допустим, вот идешь, просто гуляем по городу, да. Раз там в закоулок, в переулок зашел, там нигеры траву шмалят, блин. Подошел он там, иди вали отсюда. Раз ему рожу начистил, блин, или там. Вот, допустим. Слышь, бродяга. А, вон там бомж лежит, что-то отдыхает. Есть деньги, браток. Накинь нам, мне не хватает чутка. Потом можно с ними общаться, там, со шлюхами заказал машину ее. Тут все эти нюансы про это, проработаны. Ладно, короче, прыгаем. Ну, прыгай ты, мать твою, вот. Все, двигаемся. Сейчас надо было заехать просто, я не заехал. То есть, реально, реальный живой город. Нам же сюда, правильно я понял, в этот? Ну, скорее всего, да. Тут строечка какая-то. А, нифига нам не сюда.
Блин, а где эта дурилка? Я не понял. Я думал, он наверху, тут какой-то на второй ярус гаража этого. Я чуть не понял, где этот? Он где-то на стройке, что ли? А, он с другой стороны этого здания. Понятно. Извините, ребят. Ну, ничего страшного. В принципе, не, ну как от первого вида? Вы посмотрите, какие виды, красоты. Просто замечательно, блин. Офигенно все это смотрится от первого лица, да? Ну, то есть, в любой момент мы можем настроить, вот вам, пожалуйста, и от третьего тут побегать. Но от первого куда смачнее вся эта картина маслом, да? Поэтому будем, наверное, так двигаться. Не туда я немного заехал, извиняюсь, ребят. Сейчас мы быстро, то есть, он с другой стороны получается. А это что за трамплин? А ну-ка, давай-ка разгоним машину и попробуем кувыркнуться, блин. Так, подожди, подожди. Да, сейчас мы, знаете, как сделаем? Это не зря, но это трамплин для, на мотоцикле потом нужно будет. Угореть, видели, да? Так, он где-то здесь, с этой стороны. А, так это ж надо было вот куда заехать. Мы ж были в прошлой серии. Это салон, салон, автосалон. Ох ты, какие машинки у него там. Ну-ка, дай-ка я аккуратно припаркуюсь. Стоять бояться, все. Ты посмотрите, какая тут у него тачка стоит. Ой-ой-ой, мама, не горюй. Дай я рассмотрю. Ну, у нас тоже, на чем мы приехали? Гелевантер, да, какой-то. Хорошая тачка тоже. Какой там. Так, ну а здесь машина вообще просто мощь, блин. Это что у нас? Короче, тоже красавица. Сейчас, может, на ней погоняем. А, так, ну что, Симон, или как там тебя? Вот, все, сейчас будем общаться. Эй, Симон, как жизнь? Здравствуй, дорогой, как я рад тебя видеть. Очень рад. Давай обнимемся, братуха. Слушай, чувак, без лишних рук. Мы ведь работаем вместе уже несколько лет. Именно поэтому я с радостью объявляю тебя работником, мать его, месяца. Круто, да? Поздравляю. Выбрать было очень трудно. Меня? Я? А твой двинутый племянник? Я польщен, конечно, но мне надо расти. А то я только и делаю, что позволяю помыкать собой. И ничего в моей жизни не меняется. Послушай меня, мой мальчик. Скажи, чего тебе хочется? И я доступно объясню, почему это невозможно. Чего ты сказал? Сегодня мы отбираем тачку у придурков, которые купили их с заоблачными процентами. А завтра? У нас большое будущее, мать твою. У меня никогда не было черного сына. Но я не отказался бы от такого сына, как ты. Тук-тук-тук-тук, нигеры, мать вашу. Здорово, Ламар, братуха. Как дела, приятель? Ой-ой, брат, наш Франкл стал работником месяца, глянь. Ты что, прикалываешься? Чувак, нас обоих тут разводят. Да брось, приятель, серьезно. И это после того, как я жопу рвал на работе. Чувак, да забей ты на эту херню. Я пытаюсь ему объяснить, херня, говоришь? Если это херня, которую я хочу тоже получить, мать твою, работника месяца. И насрать, о чем идет речь. Понял, да? Я всегда иду до конца, я играю по-крупному, мать твою. Без тормозов, запомни. Если есть сраная таблица результатов, я хочу быть на самом верху. И чтобы рядом с моим именем красовалась, блядь, какая-нибудь, мать ее. В жопу следующий месяц, Симон. Как насчет сегодня? Дай мне шанс. Сегодня пусто. Есть всего один байк. Придурок ни разу не платил. Его зовут Эстебан Хименес. Пляж Веспуччи. Состоит в какой-нибудь банде? Когда он брал банк, мне и в голову не пришло спрашивать об этом. У нас есть дельце. Работник месяца, говоришь? Отлично. Ладно, погнали. Иди нахер, чувак. Подхалим, нигер, мать твою. Ну, тут такое общение по-другому никак. Едем в Веспуччи. Магеллан-авеню. Да, ну то есть, видишь, он обиделся, то, что не стал, Ламар, я имею в виду, работником месяца. Да, ты поведешь, да понял я уже, что я, ты же видел, да, я работником месяца стал. Он, видишь, ворочает, недоволен. Нигер, мне до отрыжки нравится тут с тобой сидеть, но нам пора двигаться. Так, а на какой тачке поедем? Ага, ну, двинули. Так, секунду, ребят. Так, отлично, продолжаем. Ну что, Ламар, двинули? А, отвлекся. Так, ну, наверное, мы вот на этой вот тачке поедем, да? А, как вы на это смотрите? Ну-ка. А, вон для нас припарковали или что? Не, нифига. Мудила, который забрал байк, Вагас, кажется, латина с татухой на морде.
Ага, это он. Кореш, я не хочу лишних неприятностей, хорошо? Нигер, да мне насрать, мы ведь чертовы громилы, и Симон нам за это платит. Мы же не девочки-ромашки. Насчет тебя я не уверен, кстати говоря. Нигер, очнись, конечно же, это крутой чувак. У кого еще может быть избыток бабла и нехватка мозговых клеток? Он только что заплатил 20-ку за байк. 20 кусков! Не взнос. Черт, байк-то наверняка навороченный. Всю эту тему замутили наркодилеры для отмывки. Слушай, братан, действуем тихо. Вошли и вышли, никаких сцен. Постараюсь, кореш, но я же шумный, истеричный, наглый, сумасшедший, жадный мудак, который просто обожает стрелять. И ты любишь меня за это. Точно, кореш? Люблю прямо до боли. Этот Симон забавный чувак. Жаль, что когда-нибудь придется схватить его за яйца и сжать посильнее. Так, ладно, все, ехали, пацаны. Ребят, читайте далее сами, потому что я сейчас буду управлять транспортом, мне не до чтения. Все, двинули. Да, машинку мы отрулили, что надо. Подожди, а пушек-то у нас нет с ним? Надо было, наверное, заехать в магазин, может быть. Там, если на задание, блин, мы едем. Ну ладно, разберемся, может там в процессе как-нибудь решим этот вопрос, да, я думаю. Может там даже стволы и не нужны будут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты аккуратнее. Да, это, конечно, машина такая быстрая, надо тоже к управлению. Еще что мне понравилось, у каждой машины свое управление. У каждой, и оно разнообразное здесь. То есть... Не однотипное управление у всех машин они сделали, а у каждой свое. Каждой машине там привыкать надо какое-то время. Так, тихо. Я просто засмотрелся на радар, извиняюсь, ребят. Засмотрелся на радар, блин. Но эту, конечно, машину дергает это. Что надо? Надо приловчиться просто, двигаться. Так, отлично, вот мы и дома. Наверное, здесь вот где-нибудь припаркуемся, да? Ага, все. Байк должен быть в одном из этих гаражей. Должен быть, говоришь? Ну, давай осмотримся. Так, а куда Ламар делся? А, вот. Так, перелазит он. Ух ты. Кажется, этому психу что-то не нравится. Эй, кореш, ты чё там, мать твою? Прочь, прочь от меня, агент из ЗАФа, блин. А этот обчумуженный стоит, да? Ты что думал, мне нужна твоя жопа, пьяный нигер, мать твою? Ну, короче, тут мат на мате, не обращайте внимания. Ну, такая игра, что же вы хотели? Все под реализм, блин. Нигеры, ну, то есть, я имею в виду, развлекаются своим. Там это я читаю как есть, там никто не подумайте, никакого расизма здесь нет. То есть, перевод идет, я читаю как есть. Надо бы, чтобы все прошло, все, что у нас гладко, тут это твой лобок. Что же я такого натворил в прошлой жизни, чтобы меня наградили? Расслабься, браток, это обычное дело. Ух ты, кошка, блин. Черт, мы в Веспучи Бич. Не в той части Веспучи Бич. Ты же знаешь, бывают кварталы и квартал. Эй, стой. В одном из этих гаражей, по-моему. Так, ну давай, ну допустим, проверим. Нам, похоже, надо это делать самостоятельно. Вот. Так, да, мы полностью пролетаем. Нет тут никакого сраного байка. В натуре, нигер. Hello, amigos. Эй, мы видели, как вы пытались проникнуть в гараж. Видел этот ствол? Вот дерьмо, а. Ублюдок, мать его. Мне только пальбы для полного счастья не хватало. Возьмите оружие. А, все. А где оружие взять? А, у меня пушка есть, все отлично. Зачем я телефон достал, я не знаю. Вот, пушку взяли. Держал. Ой, зачем нам жирная точка такая? Так, ребят, стой. Это я когда настраивал, все, я понял. Нафига, мне это не нравится. Так, это у нас находится видео, по-моему. Вот, простой размер окулярной сетки. Выключаем, нафиг надо. То есть, вот, минимальный, чтобы был. Простой, сложный прицел, это перекрестие, похоже. Так что мне, видите, тут молодцы они. Вот, вот это другое дело, небольшая точечка.
Держал, а он что, в ногу? Ну-ка дай-ка я сюда перебегу. Давай, 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 давай. Во, отлично. А, вон он ты, падла, бля. Тихо, блин, меня сейчас убьют слева. Подожди, ребят, дайте я чуть отдохну. Что-то я даже так резко выбежал. И нет, а как он садится? Вот присеста я не изучил. А, вот, на контрол, да. Так, дай у меня чуть подлечиться. Блин, меня завалили, я даже не заметил как. Да, быстро тут убивает. Ладно, все, я понял. Это я раньше времени высунул свою задницу. Хорошо, сейчас еще разок. Ничего страшного, повторим. Тут же надо привыкнуть к этой стрельбе и так далее. Ну, убивает быстро, один патрон достаточно. Это меня радует. Так, тихо, вон он стоит. Отлично. Так, дай-ка я присяду. А, вот, можно в укрытие. Так, тихо, одного убрали. Вон еще один приятель. Отлично. Еще одного сняли. Сейчас потихоньку будем двигаться. Обычный день в гребаном офисе. Стоять. Достаточно одной таблетки. В голову ему, блин. Так, побежали, они меня тоже подрихтовали. Так, тихо, а мы сюда. Присел. Вон, наверху вижу. В ногу ему, Ламар, бей в ногу, блин. И только я подумал, что он ствол взял, да? Тихо, я сюда запрячусь. Опа, тихо. Вот он. Блин, да что ты будешь делать, а? Да ну нафиг, ребят. Все, Бог любит троицу. Сейчас сработаем. Ну, интересно, видите, да, как? Классно все сделано. Не буду вырезать, все будете смотреть. То есть, сколько раз убиваешь, столько это. Ну, Бог любит троицу, сейчас сделаем. Ах вы сволочи, мать вашу. Ну-ка, давай. Опа. Я просто как-то не привык здесь. Тихо. Надо просто аккуратно работать. Тихо, перезарядка. Давай, браток. Вот он, ага. Отлично, убрали. Побежали. Сюда, опа. Пристали. Перезарядка. Так, нормально. Так, тихо. Двигаются. Давай, сюда. Опа, присели. А, вон он. Вижу. Отлично, убрали. Наверху. Так, отлично. Да, вот сейчас поувереннее. Ну, то есть, конечно, надо время всему этому. Вон он. Сейчас попробуем снять. Да, нормально. Так, следи за дверью, они хотят нас, так сказать, перехитрить мне. Да вон он выскочил, я вижу. Стоять, не двигаться. Ух ты. Эй, смотри, у них тачка, блин. Давай, по колесам долби, отлично. Тихо. Да. Отлично. Кореш, ты живой, да? Да, еле-еле, чувак. Нужно отваливать отсюда. Так, патроны собираем. А вот этот сраный байк, мать его. Добудьте байк. Так, что-то нам пишут там, здоровье. Так, прыгаем в нашу тачку, братуха. А, надо быстро работать, там он уже на байке, они отваливают. Побежали, опа. Прыгаем. Вон он поехал. Поехали. Ты псих, зачем ты завалил их? По барабану, достань байк. Нам надо достать байк. Давай, сейчас мы их нагоним. Я читать ничего не буду, ребят, пока там разэта. Да, на такой машине мы его махом догоним.
That's a monster fucking bike you riding, stupid. Во-во-во-во, прям на него еду. Вон он, ага, вон он. Так, догони этого долбаного сраного козла, мать его. Бляха. Да попробую сейчас его еще догони. Вон он, сволочь, давай. Где он, вон он. Давай, сейчас, вот он. Да ёксель-моксель. Люди, блядь, а. Не нравится мне эта машина, ребята, она спортивная, она вообще очень чувствительная, прям очень чувствительная, я имею в виду. А, надо приучаться. Давай, да, шороху мы тут навели, тачек сколько я. Вот он. Держал, гидра. Так, тихо. Блин, да его еще... Да сбивай ты его, мать его. Ты, блядь. Отлично, выпрыгнул, отлично. Давай. Нам нужно залечь на дно, мать его. Берем байк, бери байк, быстрее, пока ментов нет. Отлично, отходим. Ой, отходим. Отваливаем. Просто замечательная игра. Я говорю, я влюбился в эту игру. И вам всем советую, блин. Не пожалеете. Это просто нечто. Так, подожди, посмотрите, как на байке тут классно можно гонять. За нами ментов там никаких? Ой, бля. За нами ментов вроде никаких. По встречке правильно двигаешься. Ты хотя бы со встречки съедем. А посмотрите, какая впереди точила классная. Вот она. Да, надо будет подобрать себе машинку хорошую, так сказать, да? Ну-ка, давай разгоним байк. Разгоним по максимуму. Ну, не по максимуму, так вот, попробуем. Тут, в принципе, можно убиться на нем, не забывайте. Блин, я, по-моему, проехал. Да, навстречку выехал, молодец. А вот мы уже рядом. Мы уже рядом, ребят. Не, от первого лица, конечно, эффект присутствия полный. Это я вам 100% говорю. Особенно там вот покачивание камеры. Вот это ничего отключать не надо. Все это можно отключить в процессе бега, там, стрельбы, прицеливания. Как бы все эти нюансы можно отключить там в этом, да? Но их не стоит этого делать, дабы для полного ощущения, что ты, ну, игры от первого лица, так сказать. Поэтому, конечно, классно все. Все, мы дома уже. Надо за стволами более или менее хорошими заехать. А, ну... Во, отлично. Бро, я пока что не могу с тобой тусоваться. Ты ж психопат, мать твою. У тебя крыша совсем съехала. Нигер, это во мне кровь Апачи говорит. Тебе повезло, что я не пустил в ход свой магазин. Я не содрал твой скальп ко всем чертям. Слушай, вождь, большая жопа. Мы не можем конфисковать имущество. Ну, значит, мы и не будем этого делать. Имущество я оставлю себе. Скажи Симону, что не смогли его забрать. Все, я отваливаю. Сам скажи, кретин долбаный. У него дырка такая, видели, да, в теле, после стрельбы. Актер разблокирован, Симон. Отлично, так. Ну-ка, что там у нас на телефоне? А, он пока телефон не берет. То есть Симон у нас разблокирован. Что еще у нас в городе? Давайте посмотрим. Интересного. По мере прохождения сюжетной линии игры в режиме режиссера-редактора Rockstar вам станут доступны новые уникальные актеры из города Лос-Сантос. Незнакомцы и чудаки обозначены на карте Сан-Андреаса знаком вопроса. Незнакомцы и чудаки. Ну-ка, давай-ка посмотрим, что это за незнакомцы такие. Так... Вот, допустим, какой-то чудачок у нас. Давайте, время есть еще, да? Посмотрим, что он из себя представляет. Вот этот вот. Наведем на него. А он рядом здесь где-то.
да? Вот, к нему. И прокатимся. Просто по, мне интересно. Так, разомнись, разомнись. Вот машинка у нас. Что это за чудаки и незнакомцы? Я думаю, в эту серию уложимся. Ага. А, мы сейчас вот как сделаем. Так, секунду, используйте их, чтобы прибрать. Пригибаться, сидя в транспорте. А, это, наверное, когда ведется огонь. Ну-ка, X. Да, видите, он пригнулся в транспорте. Да, когда ведется огонь, можно... вы получили СМС. Так, ну-ка, от кого там СМС получили, посмотрим. Ламар, дружбан, Стрэч выходит на свободу. Стрэч, мать его, отсидел свое. Мы тебе звякнем, чел. Ладно, давай, Ламар. Только что... ты не шелести, что там не... Видели, да, он там что-то... Но это он не нам, ладно. Прячем телефон пока и попробуем пообщаться с этим чудаком. Так, сейчас я вот сюда отъеду, сохраню игру и попробуем с новичком пообщаться. Не с новичком, а с чудаком. Так, отлично, сохранились, сдвинули. Кстати говоря, сохраняться с помощью телефона. Тут смотрите, блин, надо было продемонстрировать. Зачем я отключал запись, наверное, просто это. Вот у нас тут с помощью телефона, видите, сохранение. Все, контакты, тут смс можно отправить и так далее. Настройки, список дел, смс-ки, да, почта. Фотокамера также можно потом снимать. Короче, все сделали по уму, довели до ума. Блин, сколько машин днем. Я же вам говорил, вы посмотрите, и все разные. Тачка на тачку не похожи. Блин. Бери какую хочешь, гоняй. И у каждой свое управление. Представьте, какая масштабная работа была проведена, блин, над ошибками. У каждой свое управление, необходимо привыкать, блин. Все машины разные, их тут немереное количество, блин. Вон там какой-то Dodge, блин, да. Ну, я имею в виду не Dodge, там, короче, этот. Раритетные различные тачки тут ездят. И новых много, и спортивных, каких хочешь. Машин, блин. Так, ладно, где у нас чудак этот? Так. А, вот, вот здесь. Вот здесь припаркуемся, вот он. Эй, Фрэнклин, иди-ка сюда и позволь мне скрасить твое одиночество. Ну-ка, там, там девочка что-то просит. Ну-ка. Наркоманка какая-то. Мать твою, да что с тобой, черт? Со мной ничего, нигер, черт. Вид у тебя, конечно, курит. Ну а как же ты? Ну а как я? Бросила? Почти бросила. Ясно все с тобой. Но Джей Би, он все потеряет. Он потеряет дом. Ты втыкаешь? Бизнес. Все, нигер, он твой кузен. Ты же говорил, что поможешь. Он мне не кузен. Ну раз ты так, тогда ладно. Я ни хера не знаю про эвакуацию тачек. Это просто. Если Джей Би это смог, то и ты сможешь. Ну давай же, я тебе помогу. Давай, блин. Ладно, черт с тобой. Я все тебе покажу и расскажу. Давай побыстрее, у меня дела. Нигер, притормози. Таниша была права. Сядьте в эвакуатор. А, сейчас будем учиться машины, да? Так сказать. Ну давай, прыгай в тачку. Вначале до эвакуатора надо доехать, я так понял. Подождите, Таня. Так куда мы едем? Грузовик на штрафстоянке, Дэвис. Как же я ввязался в это дело, мать твою. Франклин Клинтон. Клинтон, мы оба знаем, что ты на меня заглядывался. Нет, ты точно под кайфом сегодня. Говорю тебе, я с этим дерьмом уже завязала. Ну, то есть, беру иногда дозничок, просто для вкуса. А так у меня все нормально, сам видишь. Да, блин, что-то я не вижу, что у тебя нормально. Как скажешь, сестренка, как скажешь. Что-то незаметно, да, что у нее все нормально по внешнему виду. Ладно, короче, двинули. Сейчас на штрафстоянку будем, попробуем эвакуировать машину. Да, в наглую. Ты хотя бы правила дорожного движения. Там он светофор. Здесь это тоже все сделали, проработали. Там светофор остановился, пропустил. Все до мелочей, еще раз повторяю. Все до мелочей сделали в этом городе. Потому такая игра и популярная. Потому что все действительно как в реальном. Так, ладно, давайте в эвакуатор по-быстрому прыгнем. Блин, сколько машин, конечно, немереное количество, транспорт, я имею в виду. Так, а вот где-то здесь эвакуатор. Подожди, да я не... Да ладно, ты не шугайся. Чувачка шуганул. Вот грузовик JB, поехали зарабатывать бабло, кореш. Давай попробуем.
Грузовичок JB, блин, ну мне моя машина тоже нравится, конечно. А мы потом, наверное, сюда обратно приедем, да? Классно, да? Сделана тачка, блин. Офигенно. Мне нравится, знаете, что еще? Что в процессе столкновения, да, все вот эти вот повреждения на машине тоже отображены. Так, возвращайтесь к Тони. Ну, давайте попробуем использовать эту тачку. Ага, отлично. Так, и что ты предлагаешь сделать? Забрать машину? Вызывает вас 9, это диспетчер, прием. У нас брошенный автомобиль на Сан-Андреас-авеню. Йоу, мы займемся им. Как тот урод занялся твоей малышкой? 10-9, повторите, я не расслышал. Идиот, это Тони и мой пацан Франклин. Мы подменяем Джея. А, понял, привет, Тоня. Машина развалюха, стоит там уже несколько дней. 10-7, конец связи. Ржавое ведро, мать его. Все должно пройти отлично. Не настолько отлично, чтобы Джей Би вышел на свет божий из наркопритона. Ему убыток, тебе прибыль, сладенький. Тебе прибыль. Только вот я ни хрена не получу. Отодвинь сиденье назад, и я все тебе компенсирую. Я не об этом, Тоня, твою мать. Что с тобой вообще такое происходит? Доберись до брошенной машины, и все на этом. Слышали, да, что она предложила? Ну, это, нет, у меня своя девочка там есть, я так понял. Да, поэтому Тоня будет, так сказать, решать вопросы с кем-то другим. Она что-то не внушает доверия. По внешнему виду видели, да? Ну да ладно, мы двигаемся по направлению. Сейчас будем машину эвакуировать. Это, видите, получается такие дополнительные, я так понял, задания, да? Знак вопроса и различные чудаки находятся на территории этого города, с которыми мы взаимодействуем, получаем доп. Задания. Ну, интересно, конечно. Так, да подожди ты, я пытаюсь ровно вести, так, чтобы не было. Там он вертолет наверху, видите, да, летит. Надо будет потом опробовать. Так, я столько раз видел, как Джей Би это делает. Медленно сдавай назад, опусти крюк. Да, сейчас будем 3 часа, наверное, обучаться еще. Так, а где у нас эта машина? А, она с другой стороны. Так, дай-ка вид. Так, малышка, давай. А, вон она, эта тачка, вижу. Ага. Наверное, от этого лица. Так, поставьте эвакуатор так, чтобы его задняя часть была на одной линии с нужной машиной. Все, я понял. Так, вон, да, крюк. А, можно подцеплять крюком сзади или спереди. Так, только не убей машину. Вот, на одной линии и сдаем потихоньку. Если машина прицеплена к эвакуатору, крюк можно поднять и опустить только тогда, когда... То вы мне кнопки назовите, как его. Как опустить крюк там? Блин, я не посмотрел, там же кнопка была взаимодействия, я не посмотрел, ребята. Крюк-то он не опускает. Так, не-не-не, подожди. Да-да-да, я понял. Я просмотрел, ребят, как он крюк опускает, какой кнопкой. Вот это вот нюанс. Мне же надо опустить крюк, блин, она просила. Так, секунду. Так, продолжаем, ребят. Разобрался я с этим крюком. Не обратил внимания, когда читал диалоги. Там надпись была «Левый контрол, левый shift у нас. Опускать крюк и подцепить машину». Дело в том, что еще, смотрите, разобрался такой нюанс. Я совсем забыл, хотел вам показать. Тут в каждой машине имеются радиостанции. Чтобы вам веселее играть было в эту игру, можно... Я просто отключил музыку лишь только потому, что чтобы мне совпадение по авторским правам не пришло. Все-таки я на YouTube гружу видео. Поняли, да, смысл? Поэтому я отключил музыку.
музыку. А для вам, конечно, кто отдельно будет двигаться, вообще красота. Тут рок-станции, по рэп, хип-хоп, все, что хочет. R&B, какие-то там ретро-станции, офигенная музыка, все по уму, исполнители различные. Интересно, ну, так, чтобы, так сказать, не скучно было проходить эту игру. Так что имейте в виду. Опять же, рассказываю там для новичков, кто, если будет так же, как я, первые разы только подключился, так что тут удобно они сделали. Достаточно много различных радиостанций. Но у нас они звучать не будут, потому как, чтобы не было лишних проблем по-авторски. Так, все, ну а мы с вами пробуем, так сказать, подцепить левый шифт, да, мне? Вот. Давай, вот, чуть-чуть опустили, еще, наверное. Где-то примерно вот так вот опустил он. Сдаем немного. Ага, отлично. Так, малыш, все получилось. Теперь едем на стоянку. Ага. Не думала, что у меня день так сложится. Отбуксируйте машину на штрафстоянку. Блин, офигеть, еще буксировщиком я тут не работал. Тут таксистом можно работать. Ну, потом деньги-то нужны. Не только бандитизмом заниматься. Имейте в виду, ребят. Можно и легально деньги зарабатывать. На такси там и так далее, короче. Тут они предоставили эту возможность. Это просто мы как бы играем за... У нас такой персонаж, поняли, да? Бандитского склада. Поэтому, конечно, а тут можно потом выбирать. И на такси, по-моему, также работать и так далее. Ладно, двинули. Так, наверное, от первого лица я опять перехожу. Что-то на районе тебя не видно. Я контакты налаживаю. Не хочу навечно застрять в этом Chamberlain Hills. О, нигер, зазнался, мать твою, зазнался. А я помню старые добрые времена, когда ты еще был нормальным чуваком. А я помню и тебя, и Джей Би, когда вы еще не сторчались, мать вашу. Времена меняются. Эй, ты изменился, Джей Би шмалит, но хотя бы не шмаляет в других. Он пашет, возит тачки, зарабатывает на жизнь. Да ну, а мне казалось, что сейчас эту сраную тачку везу я, а не он. И у тебя это прекрасно получается, малыш. Прекрасно получается. Да, это ты права. Такие диалоги тут за жизнь. Вот чем и нравится мне эта игра. Чем и цепляет. Поняли, да? Такой жизненный чисто этот. Офигенная, так что советую всем. Так, а как там? Ага, я просто хочу вернуть нам вид. Вот. Мне как-то так от первого лица больше нравится двигаться. Все, давайте аккуратно. Нам сейчас надо отбуксировать эту машину. Да, и надо в магазин потом заехать. Во-первых, шмутье какое-нибудь взять потом, так сказать, стволами затариться. Копейка-то у нас имеется. Копеечка имеется. Машину приобрести свою, личную уже. Не так вот в наглую тут отбирать, да, какой-нибудь гараж. Ну, посмотрим. Разобраться во всем этом. Квартирку, может, получше, да, в последующем. В онлайне там вообще, дабы открыть какой-либо режим кооперативных заданий, приходится выполнять ряд условий. Вот, например, на кооперативное задание по ограблению необходимо там иметь, как я читал, квартиру в элитном районе, бабок немерено, плюс, ну, короче говоря, статус заполучить в этом обществе. Смотрите, самолет впереди летит. Тут, по-моему, даже и на самолетах летать можно. Так, теперь нужно выгрузить тачку в отмеченной зоне. А не страшно возбухает, если бросить машину не там, где нужно. Так, секунду. Давай-ка, чтобы выбросить машину в отмеченной зоне, тоже надо это аккуратно делать. Так, тихо, ребята. А, вот. Don't fall apart on me, nigga. Shit. Okay, you got it. Release that baby. Вот так вот, да, наверное. Все, оставляем. Паркуем. Отцепить аж. Ну ясно, все, цепляем. I'll see you on the block. Увидимся на районе, мать твою. Увидимся на районе. Так, отлично, выполнили мы задание. Новый контакт, Тоня, выполнено одолжение. Новый контакт у нас появился, Тоня, то есть она у нас в телефоне, да, получается. Потом с ней можно будет взаимодействовать. Блин, я со стволом хожу. Вы посмотрите, а? Тут дело в том, что если я так со стволом буду ходить, люди... Эй, это Тоня, у тебя много знакомых по имени Тоня, разве? Ага, подруга Джей Би, у него на мобиле закончились бабки, так что он просил мне сказать тебе, что работа выполнена. Да,
Ты войди в положение чувака, аллергия замучила мать его, а он там в притоне шмаль курит. Не, если бы он был по этой теме, я бы это знал. Ему дай бутылочку холодненького и сигарету. Ну и может быть он одумается. Но это все. Так, блин, я со стволом хожу. Ты о чем? Да у этого нигера прозвище. Так, надо на кулаки перейти. Видите, да, он спрятал ствол. Просто если вы будете в наглую. Вот смотрите. Вот я беру ствол в руки. Просто продемонстрирую, взял, да. Как реагировать будут люди, блин. Вот к любому подбеги, вон, смотри. Сейчас чувак меня увидит со стволом. Он просто... испугается. Люди вот эти вот. Кореш! Смотри, смотри, толстозадая мать их. Кореш, ты видел этого обезьяннего чувака? Как он фигачит свой стрит-арт по всему городу? Реальная тема, чувак, офигенно рисует жопу Ламар. Ты посмотри, какие две красотки, в кавычках, да? А вы что, не боитесь моего? Я же со стволом. А, надо... Во-во-во-во. Это я навел ствол. Блин, полиция, полиция, мать ее. Блин. Прячь ствол. Нафига нам в полицию попадать? Все, ребят. Отходим. Блин, меня сейчас завалят. Давай. Выкидывай эту падлу. Давай. Вот отваливаем. Там полиция. Отходим. Давай, блин, со стволом. Вот что я вам хотел показать. Ну, для тех, кто в первый раз будет, так сказать, с этой игрой. То есть тут даже ствол ты вытаскиваешь на улице, видели, да? Я там пригрозил, проезжал, рядом менты проезжали. Мне колесо подстрелили. Смотрите, на чем я еду. Выбило колесо. Нафига ты выпрыгнул, блядь. Давай. Быстро. Вон. Стоять бояться, падла. Пошел в задницу, мать твою. Отваливаем. Так, переключаем первый вид. Пошли в задницу. Все, отходим от ментов. Да, вот про что я вам хотел сказать. Тут можно веселиться и веселиться. Представьте это делать в онлайне. Вместе с корешем. Поняли, да? Блин, какую я машину отрулил, а? Вот эта машинка, чувствительность у нее офигенная в процессе вождения. Просто офигенная чувствительность. Да что ж ты, мать твою! Можно разбить стекло, да, и стрелять со ствола. Так, не, телефон не нужен. Так, переждем. А, не, вон, достали. Телефон пока убираем. Убирай телефон. Какой телефон нафиг? Как ствол? Он уже может стрелять еще. Тут можно стрелять. Но я за рулем сейчас, да? Давайте по мосту. Уходим. Сейчас будем отрываться от полицейских. Ой-ой-ой-ой-ой, я из окна вылетел. Я это специально сделал, чтобы показать еще раз. Я вам точно говорю. Хами, это давай. Там нигер мертвый, блядь. Отваливай. Давай. Бортуй. Пошли в задницу, мать вашу. Тихо, блядь. Блядь, убили. Да я хотел дробовик взять их, положить. Вот такая вот петрушка. Веселуха нас ждет, мама, не горюй. Я хотел, знаете что, за этот дробовичок мудрости достать, да положить и нырнуть в полицейскую машину. И прокатиться на ней. Вот было бы красава. Так, это мы с больницы. Да, то есть, когда с больницы выходишь, снимая, да, минус 5000 баксов сняли с нас. Это то, что подлечили вроде, да, получается. Да, типа как подлечили, снимают деньги за это. Поэтому, конечно, нежелательно тут куролесить, если бабки важны. Да. Так, сейчас будем думать. Ладно, короче, потом будем общаться. Сейчас в машину прыгаем и подумаем по карте, куда нам съездить. Можно в магазинчик по вещам проехаться. Так, подожди. А можно такси вызвать? А что у меня там по телефону? Надо присесть. Вон, с мужиками посидим. А, он не садится. Так, ну-ка, что у нас по телефону? Что там по контактам? А, Дирижабль, Денис. Ну-ка, Денису, шуманем Денису. Соединение Денис. Ты чё, охерел, что ли? Блять, нигер, ты чё, мать твою, где он? Иди сюда.
Пошел в задницу. Ты че? А че он на меня взъелся? В какой-то... Это мы... Видите, тут в район не тот. Зайдешь какой-нибудь? Я просто стоял, так сказать, по мобиле пытался позвонить. Ко мне нигер подошел и озадачил. Видели, да? Прилетела двоечка, блин. Ну, блин, конечно, ты зря насел на меня, блин. У меня куда помощнее. А это кто так, что за охранники? Что-то взял телефон такой, да, решил позвонить, и тут нарисовался приятель. Хотел у меня трубу отобрать. Но у нас Тайсон еще тот, да? Наш, так сказать, персонаж. Сразу же впорол ему, блин, с правой, блин, в бороду положил. Так, отлично, давайте позвоним. Какой-то там Денис я хотел позвонить. А, ладно, надо, короче, тачку взять у кого- где-нибудь. Отойти отсюда, блин. И шумануть.